Привет! Наверняка вы уже все догадались, что мы мчимся в Новый год. И заодно смотрим, кто как подготовился. И вообще, подготовился ли? Ай на нышке, ай люли. Где-то играет рэпчик. Либо у нас в автобусе. Непонятно. Но пока что мы приближаемся к самой красочной, к самому красочному сектору. Постарались на славу. Да, мы сейчас еще вернемся. О, а где весь народ? Идем потихонечку. О, приближаемся к самому эпичному месту в нашем городе, где Новый год, где царит Новый год, праздник и веселье. О, какая-то он еще сделали какую-то гирлянду. Вау. Бал. Да, сейчас бы на бал. Хо-хо-хо.
Новый год, Новый год. Вот она. Ну, вроде в этом году другая елка, или такая же. Так, вон там еще новые фигурки. Сейчас посмотрим, что тут. Это у нас. Не знаю, что это. Какое там. Какая-то мышь с тремя головами. Well, да. Сюда бы нам на айсборде. Так, у нас мишка. Мишка. Мишка косолапый. Это щелкунчик. Да. Не знаю, вы видите. Можете ли вы понять, что это щелкунчик? Ну так, немножко видно. Это заяц. Зайчишка, зайка серенький. И прокачусь, пожалуй, тоже. О! О-о-о-о-о-о! Да уж. Так, а вон там что у нас? А это... Не знаю, что... Это какой-то щелкунчик на коне. Да. Так, это у нас кто? Неужели это... Нет, тройка лошадей. Вау, вот этот вот кусочек льда. Изумительный. Вау. Да. Так. Карета для принцессы. Ну, неплохо. Так, а вот и они. Главные хранители Нового года. Пожалуй, оставлю без комментариев. Еще раз елочку. Ну, вот она, горочка. Ну, ладно. Да, так. Еще куда бы зайти? Куда бы еще зайти и посмотреть? Ну, ладно. Да.
пойду по карама, по любимому карлику. И самые эпичные и топовые места, естественно, будут показывать. Буду их запечатлевать, сохранять. И первое ослепляющее своей красотой место в нашем городе — это первая школа Топчик. Ишимский техникум. Как всегда, постарался на славу и радует нас своими огнями. Может быть, это я уже говорил. Ну да ладно. На стадионе довольно-таки красиво. Но о том, какая там царит обстановка, можно будет посмотреть в новогоднем видео. Новогодняя ночь будет по моей традиции на стадионе. Так что будет полный обзор. Катка. Фейерверк. Люди. Надеюсь, будет какая-нибудь программа. И будет музончик. Будем дэнсить. Будет дэнс от души. Ну а пока рука замерзает. Так что впереди Дом культуры. Дом культуры-то да. Вот это да. Вот это нереально круто. А это ЗАГС. А это вообще сам вообще точка стечения всех точка стечения всех людей. Посюда проезжает. Ну, по-любому кто проезжаешь в день, хоть раз да проезжаешь. Оказываешься на этом перекрестке. Да. Точка с течением. Ну да. Пятая школа не жалеет энергии, чтобы покорить нас своей красотой. Да. А вот раньше это место было более нагруженным. Ну и тоже считалось такой точкой такой, где пересекаются люди. А сейчас здесь в основном просто проезжают прямо. И все. Да.
Вот оно. Центральный. Да. Центральный сектор. Без него вообще никак не обходится. Тут продолжают встречаться люди. То есть точкой встречи является именно это вот место. На протяжении уже многих лет. Заслуженный плюс в копилку. Да, много можно рассказывать об этом месте. Сколько здесь всего произошло, сколько еще не знаю. Подробности, особенно всяких всякого рода. Ну ладно. А вон там электросети. Ну, думаю, даже не стоит туда подходить. Как мы видим, даже отсюда. Как обычно, экономят. Вокзальчик. Вот мы и на вокзальчике. Вот одно из изменений. Это вот улица, ее обновили. Теперь здесь вот такой вид. Так, тут такие изумительные шары. Да, вокзальчик. Вот эту вот линию сделали на домике. Да, вот он, предновогодний карлик, пешинчик. О, а вон уже стенку выложили небольшую будущего театра, ой, будущего дома культуры. Ладно, пойдем зайдем на вокзал, посмотрим, что там. Вот таким вот дождем, или может быть скорее лавой из горящих огней украшены вот эти вот старенькие елочки. Им уже очень много лет. Па-рам. Вокзал. Кто-то сюда приезжал, кто-то здесь затусил, и все ништяк. Да, вот это вот тоже место изменилось. Ва, вот там. Вон там Новый год.
колхоз Горбик. Горбик хоз. Вау, там елка. Тут страбик. Вот он, самый центр. Часики. Повесили фотографии уже современного Ишима. Ничего старого нет. О! Ёлочка. Ну ладно, чё, всех с наступающим Новым годом, с Новым годом, с всеми этими праздниками. Проведите их, естественно, так, как хотите. Там, кто-то там в кругу семьи, кто-то там. Кто-то там поедет. Но все же, хоть всем, естественно, желаю удачи, где бы он, как бы он ни отмечал бы этот праздник. Все равно удачи, счастья, любви, крепкого здоровья. Ну, крепкого здоровья, естественно, тут уже сами. Ну, хотя ладно, крепкого здоровья, то ну что, и все, в принципе, да. Все равно этот, может быть, кто-нибудь посмотрит это видео перед Новым годом. Я на это надеюсь, что сейчас тоже, даже как и у меня, ну, не знаю, каким образом наткнулись на это видео. Ну и, конечно же, помогайте друг другу во всем, помогайте. Да, конечно, я это уже говорил, но все равно помогайте друг другу решать повседневные задачи, которые ставятся. Помогайте друг другу мечтать и дышать.